шестеро тагильских подростков, подзадержавшихся из-за дорожной аварии в Наро-Фоминской лечебнице, вероятно, уже на подъезде к дому. 11 августа группа юных тагильчан, 23 человека плюс двое сопровождавших их взрослых людей, возвращались из санатория Бекасова на железнодорожную станцию Нара в Подмосковье. В пути 52-летний водитель микроавтобуса потерял сознание и умер прямо за рулем, как предполагается, от сердечного приступа. Автобус успел съехать в дорожный кювет, что позволило минимизировать последствия дорожной аварии. Как уточнила пресс-служба подмосковного главка МВД, в пути все дети были пристегнуты, 17 из них травм не получили, и с сопровождающими продолжили путь на электричке в Москву. Шестеро маленьких тагильчан были доставлены в ближайшую больницу. Там их обследовали. У всех пострадавших на теле синяки и ссадины. У одного мальчика порез от разбитого стекла. По информации детского омбудсмена Подмосковья, водитель и микроавтобус отдыхающим был предоставлен санаторием. И у водителя, умершего в пути, была отметка от доктора перед тем, как он вышел в рейс. По факту дорожной аварии следственный отдел по Наро-Фоминску возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, небезопасных для жизни и здоровья потребителей, уточнили представители СКР.